Телевизор выключите. До сих пор тещу показывает. Че будешь сажать? Огурцы, помидоры, морковь, чеснок, коноплю. А можно я попробую? Слышь ты, ты что еще не подписался? А? Быстро подписались! Скажи им, а! Скажи им! Быстро подписались! Ну давай рассказывай. Телевизор выключите. До сих пор тещу показывает. Хватит тещу уже погоду передавать. Давай за работу, некогда трещать. В общем, сегодня мы что сделаем, ребятки? Я буду шашлыки жарить. Людочка будет картошку сажать. Теща будет копать огород. Уже начала копать огород. Так, мы пиво взяли или нет? Нет. Как нет, пиво взяли? Вон бутылки стоят, ты не тренди мне. Вот, да. Лук есть, все посеяли. Так, что там всходы теща у нас? Есть, нет какие-нибудь? Морковка-то взошла, нет? Не взошла. Не взошла еще? Нет. Ну ладно, собираюсь, поехали домой. Ну, как зайдет, так приедем. В общем, я буду, ребят, делать теплицу. Вот я уже приготовил. Пластиковые трубы. Паяльничек у меня вон есть. Паяльничек есть, пластиковые трубы. Вот. Я как-то начинал года два назад уже. Года два назад я уже начинал. Да, одну штучку я вот спаял. Одну штучечку спаял. В общем, продолжение будет прямо тут трубки. И такое вот сооружение. В общем, смотрите, ребят. Кто не подписался, сделайте, ребят, подписочку. В общем, у нас, ребят, второй канал, значит, есть. Как вы видите сейчас на экране, у нас второй канал. Все, как говорится, туда тоже будет, там контент будет. Про кладбище, добрые дела. А здесь как бы будем и дачу, и будет где-то на природе. Палатки, короче, гуляночки. Вот, чтобы подписывайтесь, ребят, ссылочка в закрепе. Собирай, доставай все, что. Ничего себе, ребятки. Смотрите, ножницы. Константиновна. Косу мою не трогай. Слышь, партия любителя пива вообще-то обещал. Но партия любителя пива обещал, что за двушку косу тебе отрезаем. И че он? Исчез, да? Спрятался. Спрятался. Я согласилась. Да. Теща. Смотри у меня какие есть. Ногти не желаешь, подстригу. А? Да? Понял. Как успехи? У меня меч. Меч у тебя? Ну все, давай запускай. Давай запускаем, некогда. Время тянем. Так, в общем, ребята, не хватило нам, короче, труб. Приехали в стройматериалы. Сейчас купим трубы. Так что, сейчас три уже взяли, все нормально. 600, 3 трубы отдали. Сейчас заберем. Так, ну все, забрали, да? Все нормально, все в машине.
Сейчас сына за руль посадим, пусть прокатится. Хочешь, не нет? Здесь. Не здесь? Да. Ну ладно. Скажешь, когда. В общем, сейчас включимся на дачу, сейчас переходик сделаем. Поехали. Дядь Коля, сосед, я тебе привет передаю. Да, вот, готово, видите, ребят. Вот такая штучка получается. Все ставится, сверху обтянем. И будут у нас огурчики расти. Всем приятного просмотра, ребятки. Поставьте лайк. От души. Слышь ты, ты что, еще не подписался? А? Быстро подписались! Иначе мы тебя лопаты. Скажи им, а! Скажи им! Быстро подписались! Но! Кольцо ей на память! Обручальное. Обручальное! О, это слышите, что, ребят? Точно! Но! Поехали! О, бомба! Ну-ка, давай, коты. Только не тут. А можно я попробую? На, дай-ка я. Слышь, давай вот тебе сделаю кольцо, ты ж просила. Песком наполнить? Ну все, делаем. Ну все, давай дальше работать. Давай, бери, вот труба лежит. Давай, труба, попробуй одну штучку спаять. Тихонько, не торопись. Сейчас зайдет. Все, вытаскивай. Вставляй друг дружку. Туда. Поплотнее. Во. Все, подержи, ровнее их ровненько делай, чтобы ровно стояло. Ровно стоит она? Как в аптеке, да? Все, остывает. Следующее делаем. Все, четенько. Высаскивай, видишь, вставляй. Вот такая вот тепличка, ребятки, получается у нас. Как она вам? В общем, еще одна будет. Да, 4 штучки, 4-метровая будет. Еще 2. Сюда, и все. Сделаем. Так что, сейчас доделаем. И покажем, что получилось. Не переключайтесь. Так, ну что, ребятки, что у нас получилось? Вот такая вот тепличка. Пойдет, нет тебе теплица? Нравится? Что будешь сажать? Что будешь сажать? Огурцы, помидоры, лук, морковь, чеснок, коноплю. Ты как этот. И мак. Точно, маком же любим пирожки, да? Да. Ну, что ты делаешь? Лифчик подтягиваешь? Так, как вы, ребят, оцените? Нормально, нет? Вот. Потом сделаем, значит, полив, да? Как он называется? Капельный полив. Сюда муфту прицепим и шланг. Здесь дырочки везде просверлим. Маленькие, тоненькие. И будет поливаться в разные стороны под давлением. Вот. Рви лук. Сейчас буду жарить мясо. Че, ребята, пойдемте разжигать мангальчик? Дело сделали. Хейтеры ушли. Погода прекрасная. Пойду разжигать мангал. Сейчас будем жарить мясо и пить пиво. Thank you.
За ваше здоровье, ребят. Живите добро, богато. Любите друг друга, не обижайте. Счастливого времяпровождения. Сейчас дожарим мяско, покушаем. Да домой поедем. Так что всем приятного аппетита. Всем до новых встреч. Всем спасибо, кто был с нами сегодня на даче. Следующий ролик пишите в комментариях. На кладбище поедем или будем картошку садить. Жду от вас комментариев. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пики. До скорой встречи, мои киноманьяки.